везде и всюду кто-то стесняется, танцует дома. Поэтому я решила создать школу танцев. Так как мы живем в большом мегаполисе, и, естественно, все устают, и всем иногда хочется чем-то заняться более таким, ну, для себя. И кто-то занимается спортом, кто-то занимается рисованием, а кто-то ходит просто в школу танцев, в студию танцев. В общем, в моей школе танцев я решила представить 5 направлений танцев. Эти направления самые на данный момент, они самые модные, можно сказать, самые, так сказать, модные. Немножечко они отправлены. А вот этот у вас какие танец модные самые есть? Будьте дэнс. Какой? Будьте дэнс. Пять стилей танцев, которые я представляю, это бути дэнс, стрип-пластика, дансхолл, хип-хоп, R&B. Они у меня в записке и на сайте. Также я создала страничный сайт по фейдинг пейдж. Также у меня присутствует стилевая моя графика, которая определяет все стили танцев от более пластичных к более брутальных танцев, так как все-таки разница есть. Кстати, вот они представлены. Моя школа танцев называется Ритмикс. Ритмикс не просто так. Дело в том, что здесь два слова соединены в одно. Это ритм и микс. Ритм. Понятно. Ритмичность, живость, веселье и, в общем-то, в принципе, движение, короче. Микс – это как бы смесь. Можно сказать, в музыкальном плане это все применяется, но и в танцевальном тоже. Дело в том, что все эти направления танцев можно между собой совмещать. Не просто там определенные танцевать, а можно совмещать. Что касается новичков танцев, также у меня присутствует деловая документация, где присутствует, в принципе, все, что нужно, все интересное. Тут же также присутствует моя стилевая графика. Целью моей дипломной работы является то, что на самом деле сейчас очень много современных школ, студий, и, естественно, конкуренция очень большая. Поэтому я, что касается сайта, я решила сделать его не таким, как все, потому что, сделав проведенный анализ, я пришла к такому выводу, что все они вознаграждены. Там много всего. А у меня, в принципе, присутствует минимальный заход, некий такой. Интересное, веселое, не раздражает глаз. Мои фирменные цвета – это коричневый и бирюзовый. Я считаю, что это на данный момент очень гармонирующие цвета, не раздражающие глаз. Вот вы сказали, что ритм – это всем понятно. Какие вы знаете ритмические ряды? Что, простите? Ритмические ряды какие вы знаете? Ритмические ряды? Самый известный такой ритмический ряд. Вам самому. Имеется в виду музыкальный, да? Ну, вот что она имеет в виду? Вы бы сказали, ритмические ряды – это все знают. Ну, ритм. Что вы знаете? Ну, смотрите, мы все живем в ритме, да? То есть мы… Нет. Нет? Нет. Но вы же двигаетесь. Какие вот ритмы? Что вы имеете в виду по слову «ритм»? Движение. Движение? Движение? Почему нет? Движение – это движение, а ритм – это ритм. Движение тоже можно отнести к ритму. Кто-то ходит медленно, кто-то ходит быстро, кто-то ходит ритмично. Вы знаете, какой-то один ритмический ряд? Вы танцами занимаетесь? Занималась. Занималась. Да. Ну, покажите, какой вы ритмический ряд. Кстати, именно поэтому я и взяла эту тему, потому что это мне очень сильно мешает. Это глупо, она. Смотри, какие глупые шаги. Майкл Джексон. Кстати,
Но не у вас нарисованы на самом деле такие просто повторяющиеся, нету ни одного ряда ритмического на ваших картинках. У вас просто повторяющиеся тук-тук-тук-тук. Но они разные по цвету. Это метрические ритмы. Да, это метрические. Но это самые простейшие, элементарные. Есть же более сложные ритмы, да? Но зачем мне брать сложное, если я могу взять простое? Вот. Это же вредно. Просто я хочу сказать, что вы знаете, вот в какой дизайне, в архитектуре применяется вот самое распространенное ряд ритмическое. Ряд Фибоначчи вам о чем-то говорит? Что? Ряд Фибоначчи вам говорит о чем-то это словосочетание? Ты нашел простейший вообще. Нет, по-моему, точно, ритмические ряды. Ритмические, они построены... Почему в 1, 2, 3, 4, все принципы сложные окна, дома. Ритмические сложные. Это никакая... Ну, просто 1, 2, 3, 4. Вы, госпожи, точки. На самом деле, и в музыке применяются. На самом деле, ряд не придуман. Это ряд сравнений в природе. Ну, то есть, где там, каждое следующее число является суммой предыдущего. 1, 3, 4, 7, 7 плюс 4, 11, 11 плюс 7, 18. Таких рядов много. На самом деле, в музыке они тоже используются. Просто вы так говорите, все знают. Получается, что никто ничего не знает. Ну, как дизайнер, он должен посвящать, как бы, ну, это я, на самом деле, отклонился. Сам диплом изменился. Хорошее качество, вы умеете собираться, Аня, но хочется уметь
регулировать. Вы показали, что вы умеете работать. Пытаться доводить это все до экологического баланса, временного еще. Так, менеджмент нам в помощь. Вообще приятно было работать, вы молодец, с вами приятно, вы умеете слышать. Вы говоришь, вы садитесь и делаете. Что удачи, хороший заказчик. Очень много. Спасибо вам огромное.